Все лучшее, что есть в искусстве, должно служить детям. Перспективы развития театрального искусства в Архангельской области обсудили наш губернатор и народный артист России Сергей Безруков. Встреча прошла в рамках проекта «Эхо Большого детского фестиваля», который проходит в эти дни в Поморье. Для нас театр – это очень важная часть культурной жизни. Это, мне кажется, это то, чем мы можем гордиться. Гордиться есть сразу несколько поводов. Во-первых, Архангельск стал площадкой проекта «Эхо Большого детского фестиваля». Во-вторых, Архангельский театр драмы в свое время представил спектакли «Гамлет» и «Сказка об Одиссее», и эксперты фестиваля высоко оценили профессиональный уровень северного коллектива, что и послужило поводом в течение недели провести в Архангельске и Северодвинске большую образовательную программу, показы спектаклей и фильмов, мастер-классы, встречи с авторами детских книг. Главное ноу-хау – все представленные на фестивале работы оценивают. Оценивает детское жюри. Это они решают, не взрослые, оценивают взрослых, казалось бы, да? Тоже эксперты, тоже театральные критики оценили. Нет, это не маска, это не различные, так сказать, свои пригорки, ручейки. Это сами дети. На встрече с губернатором обсуждались возможности развития театров и максимального вовлечения в искусство детей и подростков. Сергей Безруков отметил, что на уровне не только региона, но и всей страны высоко ценится наш фестиваль уличных театров. По словам губернатора, проект всегда получал поддержку со стороны правительства региона, а в этом году фестиваль уличных театров может получить новое звучание. Он пройдет в рамках события «Белый июнь». Глава региона пригласил народного артиста принять участие, а визите летом Сергей Безруков обещал подумать. Артемий Заварзин, Регион 29. Спасибо.